Привет! Приобрела я недавно вот такое вот средство. Это от Уникум, сверхмощный жироудалитель. И хочу его вместе с вами протестировать. Здесь сзади подробно все расписано. Очень классные характеристики, как бы, да, об этом средстве. Написано, что это особое средство для мгновенного удаления самых стойких и застарелых, подгоревших масло-жировых загрязнений, нагара, копоти с поверхности кухонных плит, духовых шкафов, кастрюль, сковородок и прочих поверхностей. В общем, и также здесь написано, что аромат мяты вместо запаха химии. Вот, мне очень интересно его протестировать и хочу показать это вам. И тестировать я это средство хочу попробовать на вот этом вот сотейнике, которому уже много лет. Он очень классный, я его очень люблю, но сейчас вы видите такого непрезентабельного вида. Вот, очень много на нем нагара, и хочу вот этим средством попробовать его удалить. Как же использовать это средство? Здесь написано, нанесите средство с помощью распылителя с расстояния 15-20 см на загрязненную поверхность. Подождите 15-20 секунд, мне кажется, это мало. И протрите влажной тряпкой и смыть водой. В случае особо стойких загрязнений повторите действие, увеличив время обработки до 1 минуты. Для удаления загрязнений рекомендуется использовать рулонный тряпки ля-ля тополя. В общем, мне кажется, это мало, даже 1 минуту. Ну, попробуем, как здесь написано, да, а потом, если что, я увеличу время. Так, положим сотейник вот так перевернуто. Я нанесу средство на всю поверхность. О! Не знаю, так надо или нет, но я поняла, что надо так. В общем, оставлю-ка я это все дело на минуту. В общем, минута прошла. И посмотрим, что у нас здесь получается. Я буду стирать все это старой губкой, которую потом выброшу. Вот. Видите, пена становится такого темного цвета. То есть, наверное, от нагара, от этого всего. Но нагар никуда не исчезает. Да, нагар не особо-то вообще стирается. Давайте я попробую сейчас нанести и увеличу время прям до получаса. Прошло уже полчаса. Я уже вижу, что вот здесь, вот смотрите, оно очистилось прям. Видимо, тут стекало и все очистилось. Очень много, правда, тут этого средства теперь на столе. Давайте я попробую губкой. Ой. Да. В принципе, гляньте, нагар ушел. Здесь был очень сильный нагар. Сейчас я попробую потереть. Давайте я сейчас помою водой, и мы посмотрим, насколько все очистилось. Я помыла сотейник. Вот так вот он сейчас выглядит. Я думаю, уже неплохо. Сейчас я хочу нанести средство вот на такие участки. Вот этот вот, например, вот этот вот, где не попало, видимо, средство, и оно еще не очистилось. Так. И вот сюда вот немножко. Кстати, хочу сказать насчет запаха, что он не пахнет мятой, он все равно пахнет химией. Давайте подождем еще минут 20 и посмотрим, что у нас будет. Ну что, прошло у нас 20 минут, посмотрим. Вот здесь было у нас еще не очищено. Да, сейчас стало получше, конечно же. Так, вот здесь вот тоже. Почистилась, я думаю, сейчас я ее помою и покажу. В общем-то, вот такой вот сотейник у меня получился.
Я, по-моему, очистилась неплохо. Причем, если вы заметили, я не прилагала каких-то особых усилий, я не натирала ничего. Просто немножко губкой стирала и потом смывала все водой. Думаю, неплохо справился. Тем более у меня на этом сотеньке был очень сильный нагар. Хорошим оказалось средство. Вот, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока!